Что-то есть хочется. Когда уже мама придет? Денис, я пришла. Ты где? Мам, я в детской. Чем ты занимался тут без меня? Игрался машинками. Ну хорошо, играйся, а я пойду отдохну. Мам, подожди, я уже кушать хочу. Кушать? Ты же недавно кушал. Не знаю, я что-то опять проголодался. Я же расту. Денис, тебя не поймешь, что ты хочешь кушать, то не хочешь. Ладно, приготовлю тебе через 5 минут. А пока я немножко отдохну. Эх, ладно, 5 минут подожду. Ой, что-то я набегалась сегодня. Ой. Мам, уже 5 минут, кажется, прошло. Ладно, пойду гляну, может, она уже готовит. Да, по-моему, она уснула. Придется самому что-то придумать. Так, что же мне тут поесть? О, где я? Вероника, привет! Привет, Денис! Вероника, ты знаешь, как приготовить пиццу? Да, конечно, знаю. Говори, какие продукты, я запомню. Для теста тебе понадобится мука, кефир и яйца. Так, с тестом уже понял. А сверху что? Ну, а сверху что хочешь. Я люблю сыр, колбаску и помидоры. Да, я тоже такое люблю. А, еще кетчуп. Ладно, если что-то забудешь, звони. Ладно, спасибо, пока-пока. Пока-пока. Так, мука у нас есть, яйца я в холодильнике видел, ну а все остальное придется купить. О, колбаска! О, сыр! Вот такое люблю! Так, а вот и кефир. О, а вот и кетчуп. Помидоры. Да, кажется, все купил. Пицца. Готовая пицца? Может, купить готовую? Мне, пожалуйста, пиццу Маргариту. В колоте будет 82 гривны. Хорошо. Спасибо. Супер. А продукты сейчас разложу. Ой, что это? Где ты взял пиццу? Вначале хотел сделать сам, но потом купил в пиццерии. Классно, спасибо. Ну, пошли кушать. Ой, какой же ты молодец.
какая же она все-таки вкусная. Да. А все, кто тоже любит пиццу, ставь лайк. И напишите в комментариях, какая пицца у вас самая любимая. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мое следующее видео.